знает. Асфальт не держит. Сразу слышно, что компрессорная машина, у нее меньше басов и больше такого, больше строгости какой-то и больше... Звук очень крутой, нравится, да, прям. Да, да. Причем она это... За счет коробки. Ну, этот звук был, но он прям совсем такой тихий и незаметный был. И потом я уже у вас на видосах увидел, когда вы в новую А7 поставили тоже заслонки, и там она у нас по прямому. Ну, он в меру, хорошо. Хорошо. Единственное, что это отсутствие катализаторов. Угу. Это слышно. Угу. На улице будет слышно больше. Угу. В салоне вообще по кайфу. Ну... Зато хорошо, едет приятно. Словили одну камеру, но ничего страшного. 250 рублей в минус. Да. Ладно, больше 80. Ну-ну. Ну-ну, Стас. И вот.